раз ты, пока я здесь понятый, еще здесь. Поедем на свидетельство? Нет, ну пусть напишешь, не согласен, отказываюсь, да и все. Максим, ну пожалуйста, я его спрошу, мне штраф. Я здесь не согласен заплатить. Ну пожалуйста. Послушай, вот здесь написано слово, здесь не согласен. Не согласен. Пишешь не согласен. Я знаю, не. Ну пиши, значит, что-то. Понятых позови, пожалуйста. Подождите, Маша. Позови понятых. Пожалуйста. Ну, без 30 тысяч, 10 осилию, честно говорю. Да мы тебе не будем штраф назначать, ты не понимаешь. Да это суд назначит, 30 тысяч, да. Не потяну. Боже, закройте, я не потяну 30 тысяч. Но мы тебе ничем помочь не можем. Максимум это то, что мы тебя в камеру не посадим. Уважаемый, на 10 оформите, знаете, хотя бы вас прошу. Я при них сейчас напишешь и все, а то что тут комедия какая-то. Зови, не выпускай. Вы хотя бы на 10, я вас умоляю, пожалуйста. Что на 10? Я не знаю, любой штраф. Да спасись, да? Не, не осилий, да мне сдохнуть проще. Это дешевле будет. Блин, понимаете? Блин, она сколько за меня уже денег отдала? Ты не едешь к врачам? Нет. Ну пиши здесь. Не согласен, снизу отказываюсь, пиши. Пока здесь все это понятые. Потом уже обратно дороги не будет, сразу говорю.